Привет, ребята! Сегодня у нас 4 мая, а это значит, что прошло два месяца после операции. Вот. Сегодня хочу немножко рассказать, что умею, что еще пока нет. Сейчас надо машину, короче, разгрузить. Сейчас утро вообще раннее, едем в садик. Сейчас пока машину немножко разгружу, поставлю камеру. Так я на палке, короче, пока хожу. Ну, на коротенькие могу расстояние так пройти. Сейчас покажу, как хожу. Ну, чуть-чуть, короче. Много не буду ходить. Шаг идет сучара. Сидит.
задрали эти кошаки сюда какают, блядь. Песочница. Вот еще один. Нифига не, ты что такое, сборка что ли? Сычата, блядь. Ну короче, это как-то так вот. Могу садиться с подушкой, могу без. Ну то есть вообще уже не важно. Просто с подушкой уже привык. И вылазить удобнее. Ну, она становится немножко повыше. Ну, пока так поезжу. Ну, а так уже могу и без подушки, короче, вообще пофиг. Короче, как-то так. Чувствую себя отлично. О, сынок, все, давай, поехали в садик. Мы, как всегда, опаздываем. Как всегда, на полчаса. Дом закрою. Короче, чувствую себя отлично. Запишется там, то значит это видео, это будет видео наша дорога. Короче, послезавтра я хочу рвануть на дальнее это расстояние, где-то примерно 350 км. Попробовать там, мне надо съездить, короче, срочное дело вообще, которое я откладываю уже 15 лет. Надо сгонять его, сделать уже наконец. А у нас сегодня погодка вообще огонь. Вроде говорят, что будет 26 градусов. Не знаю, посмотрим. Обратно, наверное, пиздят. Такие, а так вот я еду нормально, вот ногу, но мне кажется, здесь больше, наверное, даже больше, даже, наверное, 90 градусов, а может и 90. Ну короче, вообще нормально, блин, я так думаю, что можно спокойно без подушки гонять. Ну что там у нас сегодня на дороге творится? А на дороге у нас, как всегда, все хорошо пока. Ой, блядь. Короче, сейчас сниму вот наш новый виадук. Построили. Машину я сделал. Поменял. Короче, стойки, пружины, салимблоки, передние там все, привод один правый, из-за него была это как, о, вибрация. Вчера купил еще один привод левый, сегодня его тоже буду менять. Вчера пытался его сам, короче, поменять, но горячился, не
встать, и там и лечь, и ползать на горячках, и там на сортире могу сидеть без всякой, короче, этой насадки. Нормально. Ну, пробочка, как обычная, ептать. Ну, короче, проще, наверное, будет рассказать, что я не могу делать. Не могу я пока прыгать. Не могу пока бегать. Что я еще не могу? Прыгать, бегать. Ну, по лестнице я лазил. Ну, не знаю, что еще я не могу. Ну, наверное, только это. Прыгать и бегать не могу пока. Остальное я уже все пробовал. Как бы все можно делать. Ну, обслуживать себя точно можно. Полностью. А прошло всего. Делали операцию 2 марта. Сейчас 4 мая. То есть прошло там что-то 2 месяца и 2 дня. Погодка сегодня огонь. Сустав не чувствую, короче, вообще вот там. Люди спрашивают у меня вот это. Корефаны спрашивают, что ты, как там чувствуешь, нет там, что-то стоит у тебя там, блядь, или нет. Ну, могу сказать, что не чувствую его, короче, вообще. Как будто, ну не знаю, ну как будто это мой сустав. Я свою правую ногу чувствую больше, чем левую. У меня сейчас правая нога немножко побаливает, но, видимо, из-за нагрузки такой жесткой. Ну, что вот, которая была вот последние вот эти месяцы. Нормально вот. На машине езжу. Ну, где-то, ну, там бывает в час пик, там, еду там туда-сюда. Ну, бывает, что минут по 40. Ну, вообще нормально. Где-то числа 13, 14 или 15 я иду на консультацию к хирургу, ну вот, который мне делал. И там он скажет, что там, можно на трости ходить или что там, короче. Еще как схожу, сделаю еще один видос. Расскажу, что он мне сказал. Естественно, покажу снимок, который уже после. Еще забыл сказать, что лежать, ну, то есть спать там или лежать я могу на обоих боках, то есть и на правом, и на левом. Вот. Еще на спине спать там, лежать, ну, короче, вообще не важно. Вот. Еще вот по подушке, вот, ну, там мне в больнице, короче, тоже про это говорили. На сайтах пишут, короче, везде, что спать нужно или лежать всегда, чтобы была подушка между ног. Иногда я забываю ее ложить. Ну, сплю так всю ночь. Ну, вроде нормально. Я не знаю, может быть, это первое время нельзя так спать там или лежать. Но вот я ноги скрестил полностью. Короче, нормально. Ну и, естественно, перекрещивать там, ставить, короче, ногу на ногу я не буду. Потому что, наверное, все это ставить ногу на ногу, наверное, может быть опасно. Вылететь, наверное, может быть, короче, сустав. Я еще не пробовал, как бы, ну, не знаю. Вот это не чувствуется, короче, вот эта грань, когда, ну, что вот, что я поднял ногу выше, чем надо, или в сторону ее отвел. Не чувствую эту грань. Вот. Ну, а так, вообще нормально. Блин, у нас адская пробка вообще. Опаздываю в садик. Насчет больничного.
париться, как бы я посмотрел, до 4 месяцев можно спокойно сидеть, ну то есть там без гемора, если какие-то проблемы там или там вообще, ну как-то не так все идет или так все идет, до 4 месяцев можно сидеть на больничном. Поехали мы наконец-то. Вот. Я вот уже сижу, получается, сколько там, 2 месяца сижу. Нормалек. Сейчас к врачу схожу, спрошу, что он скажет. Ну, я думаю, еще, наверное, месяцок отсижу, май. И, наверное, он меня отправит, наверное, уже на работу. Потому что, ну, если была бы работа такая, там, где сидеть, короче, в этом, как в офисе, то еще можно выходить. А если вот такая, как у меня, то есть надо там лазить на лестнице, по крышам там, короче, подвалам, таскать там что-то, то я думаю, что, наверное, попозже надо еще, ну, еще немножко, короче, восстановиться. Полетели, ёптать. Вот такие вот пироги. А если больничный оплачивается, то, блин, вообще реально, вот у меня оплачивается 100%. Работаю я в конторе почти 9 лет. Оплачивается 100%, так что вообще нормально, я рад. Но я посмотрел в интернете, вроде говорят, что после 5 лет стажа, ну после стажа 5 лет оплачивается больничный 100%. Так что можно спокойно лечиться, а не так, как я парился раньше. Вот, надо было еще делать 3 назад, вот когда мне первый раз, короче, загнуло, надо было идти, встать на очередь, там туда-сюда, дела все эти сделать эту, короче, операцию. Блин, наконец-то мы выехали на улицу, короче, центральную.
левый берег наш. Трактор, блядь. Это центр левого берега. Но мы едем не по центральной улице. Там около садика есть площадка детская. Там я люблю после садика, ну, чуть-чуть, короче, позаниматься. Ну, если не будет много, короче, народу, то я, может быть, что-то сниму. Вон спортивные комплексы вот такие у нас строят. Там, говорят, бассейн есть. Эти, как государственные, короче, вот у нас таких два в городе. Площадочка. Отлично. Я еще, правда, сегодня ничего не жрал. Жрать охота вообще капец. Хотел рассказать еще одну историю. Если кто-то хочет похудеть за короткое время, то скажу так, что в больнице я скинул почти 6 килограмм за 2 недели. Капец вообще. А для этого почти ничего не надо делать. Самое главное — не брать еду из дома, чтобы никто не привозил еду там какую-нибудь, еще что-нибудь, короче. Я сказал сразу, чтобы мне не привозили еду. Ну, чтобы там, вот как вот всем там возили в этих банках, там супы, там картошки, котлеты там всякие, короче. Колбасу, сало. Мне там жена привезла несколько раз там, ну, к чаю я только что-то, короче, там пару раз я это как бы попросил. И сказал, что больше мне не возили. Ну, так как готовили там, короче, нормально. Вкусно, но как бы не то чтобы мало, все сделано на пару, да на воде. И вот я это ел, короче, 14 дней. И за 14 дней я скинул почти 6 килограмм. Вот. В больнице 6 почти. И дома еще где-то так же примерно. Ну, до и после вот сейчас. Сейчас я вешу 76-75 килограмм. Вот. Так что похудеть, если кто хочет, то в больнице это шанс за короткое время так быстро похудеть на, там, на 6 килограмм. Но если не знаю, там можно и больше. Главное, короче, не лежать там, ходить постоянно в больнице, а считал шагами, короче, коридор наш, он был 50 метров. Где-то за день я наматывал, ну, туда-сюда считал,
где-то примерно по километру. Это где-то где-то со второй недели, когда я там лежал. Первую неделю я где-то проходил, ну, метров по 300, короче. А со второй недели я там весь день, короче, круги нарезал. Где-то по километру, где-то так. Ну, может, даже больше за день. Короче, главное не сидеть. Двигаться. Ёбаный, короче. Сейчас поехал менять привод. Вот. Привод поеду, поменяю. Что такие пироги? Такой вид. Как бы у нас здесь гор нету, просто так кажется, что как будто там впереди правый берег на горе стоит. Она здесь равнина. Ну, как-то так. Собака. Нету, короче, у них света. Все холодное, говорят. Ну ладно. Пожру потом. Поменяла привод. Сейчас тачка огонь просто. Вообще огонь. Ни вибрации, ничего нету. Вообще четко. На улице такое пекло. Бануться.
Красный, вперед! Дальше! Приехал по делам, но мне еще рано. Я тут нашел такую вот площадочку. Сейчас, может, на ней что поделаю. Просто нет слов. Просто нет слов, ребят. Охрененно. Почти час. Или сколько, блядь? Да, почти. Вот везде на тачке сваливаю, короче, по делам. Так что вот такие пироги. Так вот мой день и проходит. Ну не знаю, буду еще что-нибудь дома или нет снимать. Блядь, ну это конец. Ну бабка. Короче, приехал домой. Вчера у Карифана взял гантелью одну. Сейчас вот так вот ее таким макаром качу.
то, что так, ребят. Такие вот итоги 62 дней. Не знаю, но мне кажется, вообще нормальные результаты. Так что вот такие дела.